дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале «Творческая мастерская Креатив». Меня зовут Наталья, и сегодня я предлагаю вам сделать такую небольшую подарочную коробочку. Размер этой коробочки 10 на 10 сантиметров. Завязывается она на ленту бантиком таким. Если развязать коробочку, то можно внутри найти такой подарочек. Валентинка. Как сделать такую валентинку, вы можете посмотреть мой мастер-класс, который есть на канале «Творческая мастерская Креатив». Так что, если вам интересно, присоединяйтесь, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, жмите колокольчик, заходите в мою группу ВКонтакте, а также на страницу в Инстаграм. А сейчас я вас приглашаю на мастер-класс, и давайте сделаем подарочную коробку для подарка Валентинке. Для изготовления коробочки я сделала чертеж-схему. Здесь я отметила в сантиметрах все размеры коробки. У меня коробка будет 10 на 10 сантиметров. Соответственно, боковые части будут у меня по 3 сантиметра. Верхняя крышка будет 5 сантиметров. И внутренняя крышка будет 4 сантиметра. Так что этот чертеж не в натуральную величину. Здесь просто даны размеры. Если вы хотите сделать коробку меньше, например, 8 на 8 сантиметров, соответственно, можно поменять боковые части. Соответственно, поменяется ширина крышечки. Так как здесь 5 и 5, получается 10. А если у нас будет маленькая коробочка 8 на 8, то, соответственно, и крышка будет 4 сантиметра на 4 сантиметра. Схему, чертеж схему этой коробки я выложу в своей группе ВКонтакте, которая называется «Творческая мастерская Креатив». И по этой схеме я уже сделала заготовку коробки. Я ее расчертила на листе бумаги. Это у меня бумага для скраббукинга. Размер этого листа 30 сантиметров на 30 сантиметров. Еще хочу сказать, что вот здесь вот красные линии, это линия обозначения, как вырезать коробку. А такие пунктирные линии, это линия сгиба. То есть по этим линиям нужно отбеговать и согнуть и склеить. Согнуть и склеить коробочку. Я думаю, что с чертежом все понятно. Я все вырезала, все отбеговала. И уголочки крышечек всех верхних, верхней крышки, внутренней крышки, а закруглила. Закруглить можно при помощи ножниц, а можно при помощи дракова. Такой у меня дракол вот. Здесь я буду скруглять угол. То есть, как я делаю? Я вставляю угол в прорезь дырокола и нажимаю. У меня получается круглый край. Но прежде чем склеивать эту коробочку, я ее решила украсить. Сначала я немножко согну все линии, которые отбеговала, чтобы у меня было видно с обратной стороны, с лицевой, куда приклеивать декоративную бумагу для скраббукинга. Я вырезала такие заготовки, такие отрезки из бумаги для скраббукинга. Две у меня будут на вот эту вот крышечку, которая будет сверху. Две детальки и такие небольшие заготовки будут по боковым сторонам коробочки. Размеры этих заготовочек 2,5 на 9,5. У меня коробка же 10 на 10, поэтому я уменьшила на 0,5 сантиметров. И две заготовочки, которые будут 4,5 на 9,5. Так что сейчас я все эти заготовки из скраб-бумаги приклею на коробочку. Потому что если я соберу и склею эту коробку,
то потом уже приклеить эти детали будет очень проблематично. Клей я беру для скрапбукинга. Не ПВА, не канцелярский клей, а клей для скрапбукинга. Он хорошо клеит, быстро, хорошо и не такой токсичный. Не очень сильно пахнет, как клей Момент Кристалл. Это я приклеила на верхние крышечки, которые 5 сантиметров. С этой стороны будем соблюдать картинки. Не будем переворачивать, а будем соблюдать картинку на скраб-бумаге. Эти вот маленькие приклею по бокам. Я еще говорю, что я все это приклею, когда коробка вся в разобранном виде, потому что потом, когда уже вся коробочка будет склеена, ну, неудобно очень обклеивать ее вот такими маленькими детальками. Поэтому лучше и удобнее это все сделать на первом этапе, на начальном этапе, до сбора коробки. Внутри я ничего не буду делать. Пусть остается красивая розовая бумага. Теперь я все линии сгинаю по линии беговки. И буду собирать, склеивать коробку. Здесь я немножко сделала наискосок, это для того, чтобы она не мешала внутри, не мяла бумагу. Если мы оставим ровными, то оно будет немножко подминать бумагу. Теперь палочкой хорошо все прижмем и отбегуем, чтобы все было ровно. И можно ее будет все собрать. Склеим так ровно уголки. Здесь у нас остаются такие хвостики. Мы их наклеим друг на друга, чтобы здесь немножко была она поплотнее. Можно их обрезать, в принципе. Это не играет никакой существенной роли, но можно обрезать.
Можно оставить так, чтобы коробочка была немножко поплотнее. Все-таки здесь еще крышечка. Ну и наклеим. Нанесем клей на вот эти хвосты. Длинные. И приклеим вовнутрь. То есть мы это соединим и сделаем такой красивый ровный уголок. Обязательно придерживаем, чтобы все подклеилось. Здесь у нас получается эти хвостики нашли друг на друга, и здесь коробочка стала плотнее. Также нам нужно сделать эту сторону. Точно так же приклеить эти хвостики к этой стороне. Наносим клей. Чуть-чуть неудобно, но нужно постараться. Соединяем здесь угол и там приклеиваем внутри. Вот этот клей для скрапбукинга очень хорош, он очень быстро приклеивает. Нам осталось заклеить еще эту сторону. Тоже нанесем сюда клей. Здесь уже аккуратненько подлезем вовнутрь коробочки. Хорошо наклеим, нанесем хорошо клей и приклеим последнюю. Подровняем все. Это у нас внутренние крышечки. Эта крышечка будет верхняя. Вот у нас такая коробочка получается. Сейчас все приклеится хорошо. И нам нужно сделать будет с вами дырочку для того, чтобы завязать эту коробку. Немножко подержу, тут немножко приклеится. Там еще можно так внутри хорошо провести палочкой для беговочки со всех сторон, чтобы приклеилось еще лучше. Вот такая получается симпатичная подарочная коробочка.
Все уголочки у нас подклеились. И можно сделать здесь дырочку. Как мы сделаем дырочку? Мы возьмем линейку и карандашом возьму карандаш и карандашом отметим место для дырки. У нас здесь крышка 10 сантиметров, значит, мы отмечаем 5 сантиметров, ставим точечку, и где-то от края мы поставим, наверное, ну, 1,4. Даже много. Наверное, поставим. Давайте поставим сантиметр. Угу. И также с другой стороны мы сделаем точно так. Пять сантиметров. И от края. Да, 1 сантиметр будет очень хорошо. Поставим такие маленькие крестики. Возьмем дыроку. У меня такой дыроку на одну дырочку. И теперь смотрите, я вставляю дырокол на крышечку. Крышечку вставляю в дырокол, и чтобы этот крестик был посередине этой дырки в дыроколе. И делаю дырку с этой стороны. И также вставляю дырокол с другой стороны. Вставляю, чтобы этот крестик был посередине дырочки. И тоже нажимаю и делаю дырочку. И сюда нам нужно вставить ленточку, чтобы эту коробочку завязать. И эту коробочку такого размера 10 на 10 сделала для шейкера. Шейкера Валентинки. Я еще немножко доделала этот шейкер. Я сделала такую ленточку, приклеила, сделала такую подвеску. Как сделать такой шейкер, вы можете посмотреть на моем канале. Там есть видеомастер-класс, как сделать Валентинку. И этот Валентинку я планирую сюда упаковать. Закрыть коробочку и завязать. Для завязочки возьму ленту 6 миллиметров розового цвета. Ну, отрежу где-то сантиметров 30-35, так, на глаз. Немножко срежу на уголок. И вставлю через эти дырочки и завяжу коробочку. Бантик. Вот такую поздравительную подарочную, то есть коробочку с внутри с нашим шейкером Валентинкой. Я сделала и показала вам, как это делать. Подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, ставьте лайки. Также заходите в мою группу ВКонтакте, которая называется «Творческая мастерская Креатив», и на страничку в Инстаграм. И до новых встреч в нашей творческой мастерской, на наших новых мастер-классах. До свидания, пока-пока!